Ребята, всем привет! Хочу сегодня поговорить про нашумевший закон 7190, про нулевую растаможку. Хочу отметить, что закон еще не подписан президентом. И хочу отметить сразу, что там написано, что все это действует во время военного положения. И, скорее всего, зная наших депутатов, которые не делают все просто так, скорее всего, потом придется платить все остальное. Но я хочу сразу сказать, выгодно ли это будет. Во-первых, я не сильно доволен тем, что этот закон вообще будет, потому что я лично платил 3 раза по конским ценам, потому что растаможка в Украине одна из самых больших. Я не понимаю, почему раньше нельзя было сделать, когда было завезено миллионы машин. Но давайте условно посчитаем. Вы нашли машину за 1000 евро. Вам надо ее пригнать, вы сами не можете поехать, надо искать человека или фирму, которая привезет. Это будет стоить, с учетом цен на топливо, думаю, в районе $700. Это уже 1700, плюс брокер вам нужен в районе $300, уже 2. Сертификация, плюс когда будете ставить на учете, надо будет заплатить пенсионный фонд, плюс еще за какие-то бумажки и так далее. И вот вам 2 с чем-то уже накапало. Сами подумайте, выгодно вам или не выгодно. Все равно масла, фильтра надо менять, какие-то недочеты надо делать. Поэтому лучше в Украине посмотрел, проверил. На каких-то 500 000 долларов дороже заплатил, но ты знаешь, что она здесь. И свободно поехал и купил ее. Так что думайте сами. Я думаю, что все равно придется будет платить за эти автомобили.